Ребятки, всем привет, с вами Александр, легенды Дракономани. У нас здесь парочка акций, да, соло-полет у нас уже идет дня, по-моему, 3. Так, вот, ну, я на пятом этапе, в принципе, ну, немножко опаздываю, да, конечно. Но никуда я не спешу, я, в принципе, дальше, вот, наверное, вот этих вот 7,5 миллионов, может, 8 уровня, как бы, и даже не буду пытаться. Короче, 450 тысяч еды мне абсолютно не надо, а на 10 уровень я точно не успею. Так что я, в общем-то, так потихоньку, не спеша, двигаюсь, голову сломя. Вот так вот. Так, что нам нужно? Битва на арене, потом обычные битвы, ну, то есть битвы на арене тоже сюда считаются. Да, и собрать золотишко. Так, ну, блин, ну, 2 дня реально уходит на это все барахло у меня. Не спеша, так сказать. Лимиты небольшие. Это не прикольно. Так, вот как раз у нас есть одна битва здесь. Давайте мы ее выполним. Так, что-то как-то крепкие противники. А как зовут девушку? Там было Падрина или там было что-то похуже написано? Сейчас прочитаем. Ну-ка, ну-ка, мне прям интересно стало. Педрина. Оу, какое прекрасное имя. Так, с этим мы закончили. Так, что у нас там? Это готово. А, еще битву мы можем какую-то выиграть. Давайте тогда сразу пойдем. Пойдем что-нибудь выиграем. Так, а мы... Где мы тут застряли? У нас где-то 2 звездочки, да? Вот здесь 2 звездочки. Давайте попробуем сюда напасть. Затащим, не затащим. Так, ну, пол жизни потерял, но пока что живой. Ах ты ж гад! Эх, ну ладно, в принципе нормально, прошли. Ай, Архангел, как ты мог? Я в тебя верил. И Анубис туда же. Ледяной камень был еще, да? Так, ну все, то есть и лимит мы, короче, уперлись в лимит. Ну, 2 звездочки, понятно. Не затащили, ребятки. Также у нас есть, ребятки, новенький дракончик. Это у нас эпический дракон. Как там тебя звать? Четвертак. Ха-ха, прикольно. У него что, 2 свечки там? В голове. Кто-то затушил об него свечку. Так, вот такой вот у нас дракон четвертак принес сообщение. Спасибо, что охраняете безопасность Дракландии уже 4 года. Этот дракон с радостью станет вашим другом. Ну, не знаю, что значит 4 года. Это игре, в смысле, 4 года. Я-то в нее играю 2 года. Не, 800 дней. У меня 800 дней. Ой, мне даже что-то навалили. Это приятно. Так. Ну, давайте. Но опять, текстурки у него не ахти, такая везде лесенка, не четкий, явно какой-то, наверное, старый дракон. Что-то его плохо прорисовали. Так, у него есть стихия света. Это хорошо. Тогда я, наверное, пока что кормить не буду. Дальше, потому что он пойдет у нас под акцию. Там стопудово еще будут у нас задания, накорми дракона, повысь уровень и так далее. Что значит 4 года, интересно. Это сколько самой игре или, то есть, какой-то юбилей был, но, по-моему, самой игре где-то только 4 года. Так, что у меня здесь? Там у меня есть ворон даже болтается. Давайте вот этого мы продадим. Броня. Хотя давайте не продадим, а его на металлолом пустим. Пустим на металлолом. Принесем его в жертву. Вознести дракона. Что? Полный набор? А вот что это значит, полный набор? Металл. 7 уровень мне нужен, вот, тебя. Да, вознести его. Блин, капец, такой слабенький дракон, и целые сутки куда-то там возносится, ребята. Так, также я переключился на выведение, у нас тут акции, ух ты, у меня тут картинки видны. Метеорит у меня вроде как есть, хотя я даже не помню, где он у меня находится. Ну, будем верить, галочка стоит, значит есть. И темный лед, огонь плюс ржавчина, то есть я пробую такую комбинацию снова.
Наверное, буду сейчас ее уже пытаться до конца выводить, авось получится. Так, что у нас там на острове? Так, я где-то строил уже... А, вот это гнездо. Ну, в смысле, света. Место есть или нет места? Есть место, да? Давайте мы туда вот тебя это и передвинем. Вот, вот, отлично, правильно. Зачем ему занимать легендарное жилище? И сразу поставим улучшаться на 1 миллион. Что у нас тут по клановым делам? Пока что ничего, да? Когда там что начнется? О, через 5 дней, что так долго? Через 5 дней что-то начнется. Ну ничего, будем ждать. Так, Настя поставила рептию. Окей. Окей. Так, ворон у меня там тоже на кормежку находится. Лимит. Какой у меня лимит сейчас жилищ? Давайте проверим. Там еще одно или два могу построить, наверное. 114. Одно еще могу жилище построить. Одно жилище всего лишь. Ай-яй-яй. Как обидно. Но на самом деле, вообще-то у меня их 104. У меня, то есть, увеличен лимит за счет там всякой лабуды. Что-то я там купил за кристаллы. Было в гавани. У кита что-то купил. И какое-то... И вот это вот жилище тоже увеличивает лимит, по-моему, на 2 или что-то такое. Надо вот так вот как-то. Так, кита у нас тут нет уже. Уплыл. Был недавно, да. Все, уплыл китёныш. Код дружбы 5B0F59. Добавляйтесь, ребятки. И пишите свои комментарии. Давайте, кстати, проверим наших учеников. Давайте отправим ему подарок. Так, 8 дней назад. Ладно, зомби-ученик. Эклипсис, походу, надо с ним попрощаться. 6 дней назад. Ну, ё-моё, ну что ж вы такие неактивные? Ну, выпускник у меня один, ура! Ну, а надо 10 штук, ребята. Надо 10 учеников. Ё-моё, добавляйтесь. Так, подождите. А, вот еще, то есть у меня их типа 8 дней, 9 дней, 6 дней. И вот был Спарксос. Ну ты где, алло? Завоюй какой-то рудник, собери там с него что-нибудь. Так. Так, так, так. Отлично. Возвращаемся к нашим пирогам. Так, что тут? Кстати, да, что я хотел? Я хотел еще вот что-то отсюда. Мне интересовало в разделе здания. Во, подарок от ученика у меня появился. Не знаю, как он у меня появился, но он у меня есть. Давайте вот сюда его разместим. О, вот такой вот прикольный подарок. Это чернильница с пером. Когда-то таким ребята писали вместо ручек. Чернилка. Берешь перышко, срезаешь его под углом там как-то, да, и вмакаешь в чернилка и пишешь. Вот так вот. Когда-то шариковых ручек еще не было. Так. Это давайте пособираем. Так. Эрдмунг, да? А, куда эти? Правильно я вспомнил этого змея. А, Эрмунгад. Неправильно вспомнил. Мировой змей из Кратоса. Так, ну и что, пойдем давайте на колдовскую. Соберем котел наш. Котел готово. Ух ты, меня что там откинуло так прилично. 909 всего лишь. Очков у меня там. Наверное, не сражался пару дней на колдовской арене, и все. И уже 900 очков. Ну, в принципе, зато нам будет легче найти себя противника какого-нибудь. Так, кто мне стоит там? Миха. Миха стоит. Ну? Ё-моё. Ну, смотрите. О. Наконец-то. У меня 57-й, ладно, давайте шандарахнем.
чтоб точно за один раз. Этого и так справимся. Пятьдесят первый, давайте используем. У меня много таких усилений. Это как в этих, да, в Jurassic World The Game, битва с усилениями, только там повеселей. Так. Ну тут, кажется, сбалансированная команда у нашего противника. Так что потихоньку общипали моего архангела. Ух ты, вообще пустое здоровье, вообще не видно даже. Там на один пиксель осталось. Вот так. Так, отлично, мы сейчас откроем боевой сундук, это радует. 59-й, это много, еще и заколдован так на все звезды. Так, а вот с таким вот мы справимся. Возьмем трабла, возьмем трабла. Помчали. Один готов, второй готов. Надеюсь, там крепкий только один. 51-й пойдет без усилений. Ты туда же, зомбик, 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 зомбик. И 55-й. Это примерно были мы одинакового уровня. И 42-й. Всего лишь один был сильный противник. Та-да-та-там. Так, и боевой сундук. Ну, ничего толкового не попалось. О, ну хотя бы божественные попались, и то хорошо. Отлично. Давайте искать дальше противника. 58-й уровень, лучший защитник. А у меня есть 55-й. Ну, там 58-й не на все уровни, это примерно то же, что и мой, да? Давайте, давайте. Редкий щит есть один. Ну, помчались. Прощупаем. Ну, если он там один, то не страшно. Мы этого даже не ощутим. Так, а 58 минус 4, это примерно 54 уровень, да? На 3 звезды. Ну, такого же уровня, как и мы. Вот он. 58-й. Ну, тут мы легко разберемся. О, он даже, я думал, половину снимет там. Не. И 45-й ворон. Ту-ду-ту-тум. Так, ну хороший осколок тени. Тени нам попался. Ну и есть у нас еще листик. Да. Зелень, зелень, зелень. Ну ладно. Пусть будет так. Попробуем кого-то найти минус 17, чтобы было. Минус 17. Вот это нам по зубам, по идее. 52-й на все звезды, но это чуть покрепче будет, чем мы. Блин, а если у него вся команда такая сбалансированная, то это будет непроходимо для нас. Ах ты ж гаденыш.
сейчас снимет почти всю жизнь, наверное. Так, блин. Ладно. Так, ну это самый сильный, по идее. Ах ты ж... Гадёныш, блин. Ну тут нужно опять использовать два дракона. Потому что дальше мы точно не пройдем, если потеряем сейчас нашего парня. Блин, у него все эти драконы, ё-моё. Ну тут без шансов, ребята. Обидно. То есть, ну мы не выживем, он снимет с нас. А, мы его еще и не добили за один удар. Ничего себе, какой он крепкий. Эх, жаль, 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 жаль. Ну, у него и следующий был 52-го. То есть, все были посильнее, чем мой. Только один дракончик был моего уровня. Увы. Увы. И ах, ничего. Ничего, ничего. Я подожду и накажу его. Так, ну что же, ребятки, в общем-то, ух ты, мы еще какое-то задание тут выполнили. Так, отправьте друзьям подарки. Отлично. Мы сейчас вообще это задание выполним. Задание выполнено, и там еще нужно приласкать драконов. Насколько я помню, давайте сейчас поласкаем драконов. Давайте будем ласкать на нашем последнем острове. Агнес. Корица. С шарфиком. Северянин. Золотой ворон. Так, и вот этих троих, наверное, хватит. Элкхунд. Вольк, зомбик. Не хватило. Ну ладно, идем дальше. Валькирия. Это у нас все скандинавские божества, так сказать. И задание выполнено. Отлично. Открываем сундук, и там и такой пазлик. Кого мы тут нынче собираем? Ну это что-то похоже на китайца в шапке, да? Типа того. Да, вот это китаец в шапке мне и попался. И эпик здесь кто? Эпик это наперстянка. Так. Ну вот так, ребятки. Тогда на это. До скорых встреч.